Всем привет, это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. Как сделать так, чтобы полив клумб был в удовольствие, а не в тягость? Посмотрите на наш вариант. Возможно, он натолкнет вас на какие-то свои идеи. Когда мы формировали цветники, перед нами стояла задача сделать полив таким образом, чтобы не тягаться со шлангами по двору и не тратить уйму времени на эти процедуры. На клумбах подобраны такие растения, которые цветут с ранней весны до поздней осени. Все это требует стабильного полива. И можно себе представить, сколько времени мы бы потратили, стоя со шлангой в руках, если бы не наши оросительные системы. На одной клумбе на глубине 50 см вкопана пластиковая труба, из которой сделаны два отвода под поливалки вертушки. На отводах также имеются шариковые краны, чтобы регулировать напор. И еще один общий кран стоит в стороне для подачи воды в систему. На другой клумбе вовремя не сделали подобное. А теперь, когда многолетники разрослись, вкопать трубы в землю довольно проблематично. Поэтому мы их закрепили на заборе. В конце цветника сделали отвод с краном и ершом, куда подсоединили небольшой кусок шланга. И через тройник пускаем воду на две поливалки улитки, которые закреплены на прутиках из арматуры. Лучшим вариантом было бы сделать на стационарной трубе несколько отводов с кранами и поочередно включать поливалки. Может быть, мы так и сделаем ранней весной. Ну а пока будем поливать так, как показано на видео. Можно включать поочередно, тогда напор больше. Еще очень важная деталь. Осенью перед началом заморозков необходимо слить из системы воду. Если этого не сделать, то все разорвет льдом. Так мы делаем эту процедуру. У нас в самой нижней точке стоит вентиль для слива воды. Перекрываем подачу воды в систему. Открываем все краны, которые предназначены для полива, чтобы не создавался вакуум. И открываем сливной вентиль. Затем снимаем все поливалки и на отводы одеваем пластиковые бутылки. На этом все. Система законсервирована на зиму. На сегодня все. До новых встреч на канале.